хочу поздравить всех работников хлопчатобумажного комбината. Это директора комбината Бака Петра Васильевича, главного инженера по придению Смирнову Нину Сергеевну, сменного мастера Бобину Клавдию Егоровну, помощника мастера Леонова Прокопия Федоровича, а также бригаду, в которой я проработала много-много лет. Это Покала Светлана Робертовна, Платонова Зоя Александровна, Сидорова Люба, Маркова Зина, Калинина Надя, Толкачева Надежда Павловна, Колганова Галина Викторовна, Фукс Альвина Кузьминична. А еще хочу поздравить с Новым годом человека, который неравнодушен к проблемам жителей нашего города. Это Макарчан Артур. Сынок, поздравляю тебя с Новым годом. Желаю тебе счастья, здоровья, успехов в работе. Тебе и твоей помощнице Инессе. С Новым годом!